Ну а чё, отработал парень с этим? Прикольненько, хорошо немцы работают, быстро, качественно, четко по расписанию, быстро. Сказали, меняем сцену, все знают, что делать, все побежали быстренько, сделали, никаких лишних разговоров. Очень все подготовлено, молодцы, молодцы. Прям приятно было смотреть. Знаете что, мы опять в отеле, в котором были в Варшаве и в прошлый раз когда-то я тоже, наверное, это снимал. Что-то мне подсказывает, что да. Так что отельчик этот уже мне знаком. Здесь вот такой вот столик крайне удобный, со всеми примочками там. И розеточки сразу рядышком, и USB-дырки, и HDMI сразу на телек подключается. Свет менять и так далее. И эти опускать, ну-ка. Воу! 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 Современные технологии! У-ху-ху! Обожаю! Теперь, я не снимал 3 дня, вообще не было времени. Берлин. Немецкий город, который я не очень люблю, мое чистое мнение. Просто я уже много раз там был. И все, никак не могу найти какую-то в нем изюминку. Наверное, потому что у меня не так много там друзей, точнее их там все несколько человек, кого я знаю, и я редко с ними вижусь. Поэтому, наверное, мне такую тусовочную атмосферу это все не задает. Грязный, люди злые, короче, как-то не повезло мне с Берлином, в общем, не сложился он у меня вообще. Потом мы поехали в Вроцлав. По-моему, так произносится город Вроцлав. Он находится где-то в жопе тоже Польши. Я не помню, что за город, мы были там полсекунды. Мы ехали с пересадкой в каком-то городе. И так как объявляют все по-польски, я, естественно, половину не понимаю. Еще и колонка, в которой объявляют в поезде, такая прям, что советика да здравствует. Ничего не понятно, не слышно. Я несколько раз спросил у проводницы. Ну, так как их они не проводницы, они просто что-то шатаются туда-сюда, там билеты какие-то продают. Ну, короче, проводница местная. 3 раза я спросил, когда будет наша остановка, чтобы выйти, чтобы ничего не пропустить, потому что коннекшн, там все дела. В какой-то момент мы останавливаемся на остановке, я такой смотрю, что-то типа прям, ну, такая, чуть массивнее, чем все остальные, просто где стоит скамейка, уже прям с вокзальчиком. Я такой думаю, что, а вдруг это оно, какая-то интуиция, да? Подбегаю к выходу спросить эту женщину, типа, говорю, это вот наша остановка, нам здесь входить? Она такая, да-да, вам здесь входить, но мы уже уезжаем. Махает флажком, и поезд трогается. И я такой, ууу, спасибо, сука. Короче, из-за этой дуры мне пришлось купить билет. Что это мой косяк все-таки, я ж проворонил. Купить билет, да, еще час езды вперед, чтобы там купить другой билет и вернуться в тот город, куда нам на самом деле было надо. Я попал на денежку. Грустно, но свои ошибки надо принимать и исправлять самостоятельно. Да, накосячил, сам исправил. Ну, ничего страшного. В общем, главное, что мы доехали до города, куда нам нужно было. А, на пути обратно, когда мы пересели в другой поезд, в этом поезде все куплено, у нас нет даже сидячих мест, а ехать там 3,5 часа. Я кое-как нашел ребятам места, которые просто не заняты, видимо, не пришли люди, там купили билеты, забыли об этом или опоздали. В общем, ребята сели, а я час с чем-то спал просто на чемодане, я его поставил в проходе, лег на него и вот спал. Потом там освободилось еще одно место, я тоже все-таки сел и 2 часа доехал нормально сидя. Жестко получилась поездочка, не очень меня она вдохновила. Сейчас мы в Варшаве, сделали саундчек, вот сколько осталось. Осталось 1/2 часа и мы выходим на концертик.
Доброе утро, господа, доброе утро. Похвалила вчера отель, а рано. Не предупредили нас о том, что с утра у них какая-то конференция, какие-то бизнесменов там целая куча, и завтрак закончился раньше, чем должен был. На час, по-моему. Я такой с утра встаю, думаю, сейчас покушаю, все будет классно. А фига два. И вот теперь я голодный и злой, как и любой нормальный мужчина. Поэтому доброе утро, мы поехали в Краков. Опять поезд. Я почти собрался. Another day, another soundcheck done. Ну все, поехали в отельчик. Покричал, поорал, передохнуть и на концерт. Who said that those pills will get you high? Who said that drugs will make you high?
Ну что, закончился концерт в Кракове, охрененно просто прошел. В общем, пришел я сюда за одной целью, это сделать розыгрыш. Все будет очень просто. На этом видео, которое будет закреплено на моей странице ВКонтакте, ссылка в описании, вам надо сделать репост и написать, почему именно вы заслуживаете получить шарф и сумочку. Соответственно, лучшие два, которые мне больше всего понравятся, или понравятся Томми, тоже покажу ему, выиграют шарф и рюкзачки. Так что два победных места. Ребятушки, давайте. Результаты конкурса я выставлю прямо перед началом русского тура 20 числа, чтобы все участники могли получить свои призы где-то в России, например. Потому что все-таки у меня больше аудитории с России, и на вас я рассчитываю. Так что, господа, дерзайте, пишите красивые комментарии к репостам и выигрывайте свои призы от любимого артиста. А я пойду еще посмотрю, что там в округе есть, и до следующей серии. Ставьте лайки, не забывайте подписаться на канал. Удачи вам в этом конкурсе. До новых встреч!